О, я зашел. Что это значит? Мне в чате написала на английском. О май гад, это что за полупокер? Говорю, попробуй ударь меня. Еще раз. Ну ударил, что? О, вот, вот здесь, здесь лучше у меня работает, чем на прошлой карте. О, сейчас написалось. Армия. А что такое, синяя, что за синяя шкала? Димон, что за синяя шкала? 100-100. А что у тебя скина нет? Эу. Эу, что за синяя шкала? Мирас, а что у тебя скина нет? Я не знаю. Где? А-а-а, его походу... Я походу его надо скачивать или что там? Я его походу не установил на этот Optifine. Ладно, потом установлю. Чё, блин? Ты понимаешь, что ты не тот майн? Я забыл установить на этот Optifine. Ладно. Чё? Дима, потом ты сделаю. Что-нибудь понял? Эх, классика не устраивает. О! Нет. Питок! Созвездие, что там? Резонанс, жезл какой-то, светящий. Так, а что за опыт? Что за опыт? Где? Чё? Ну, то, что ты сказал, бутылочки, там, все вот это. Вот. Да, да, вот это, я две выпил. Ура, пира есть даже, нифига себе. Когда дай Мирасу. Хорошо. Они тебе дают опыт. А что такое синяя шкала? Эй, скажите мне, что такое синяя шкала? Откуда нам знать? Так. Ну, кто устанавливал мод? Знает же. Он тоже может не знать. Умник, блин. Так. Чё, Димон, ну получили мы. Куда я дальше нажимать? А, во, интерфейс навыков надо настроить. Я на H поставил. Ему листинг для востеков необходим 2000. Сила, ловкость. А как вот? Как настроить? А, в смысле escape, no. Настройки, no. Управление, спуститься пониже. Там будет мод под названием... Где он тут? А, вот он. Джеджа скилл. Ой, а почему у меня это разрешение большое? А чуть уменьшить. Да, какое-то все. Или поле зрения надо уменьшить? А, вот так. О, поле зрения поменьше делать. О, доступ вот очки навыков 9. Тут. Дерево крафтов. Нужно 10 уровней. А где мне их добыть? Видимо, он сдох. О, под водой может... Кавасаки! Каго! Крико! И эстрипер! И эстрипер! Стой, курятин! Все. Будет... Будет опять чем... стрелок. Ой, арбузики! Нормальная еда. Ты любишь арбуз? Арбуз? Он очень вкусный. Он очень сладкий. Ты мой арбузик. Арбуз? Нифига себе, я что-то урон от падения не получил, Рома. Прикинь, да? Ха, сейчас получишь. Прикинь. Не знаю, я столько падал, почему-то не получаю урона. Странно. Очень странно. Ты очень вкусный, ты очень сладкий, ты просто мой наркотик. О, барашек. Барашек, барашек люблю. У тебя тоже бах, любят. Бах, люблю барашек. Такой шашлик, да? Цветочек я люблю. О, новый резерв открыл. Или справочник какой-то. Да где ты? Где ты смотришь, чего за рецепт? Да у меня какой-то этот, открылся этот, справка о рецепте, что-то такое. Ловкость, магия. О. Ой! Вырубай чё, откуда магию ловкости? Дерево одним ударом, при ударе на корни весь ствол упадет. Чё? Ты откуда все взял это? Кто? Что-то ловкость, магия, где ты это увидел? Короче, escape, настройки, управление, спускаешься ниже, там будет написано GG skill mod под названием. А, про магию, ладно. Я думал, ты уже магию где-то получил. Не. Так, создать на себя, который носит с тобой за счет лоба. Ди ко мне сала, сала, ди ко мне. А раньше была? Это было раньше, а сейчас это сейчас. Можно мне печку где-нибудь найти? Ой, мать. Нет, нельзя, Рома. Ч?
Взорвалась, блин, я уж испугался. Когда вы держите кристалл в руках, ваши пальцы начинают странно покалывать. Что это значит? Быть может, вам стоит немного отдохнуть? О, печь! Я могу еду приготовить. Ебать. Чё, уже печку можешь сделать? Нет, я просто печь нашел. А где ты нашел? О, кристалл воды. Какой-то кристалл воды могу ломать. Ей, круто. Кристаллики можно ломать. Надо просто сделать. О, класс. Надо кристаллики взять. Когда вы держите кристалл в руках, ваши пальцы начинают странно покалывать. Что это значит? Может быть, вам стоит немного отдохнуть? Жиза. Странно. Какое-то сообщение получил. Странно. Да, я знаю, ты должен будешь поспать потом. И просто... что это будет за это, мне интересно? Ну, узнаешь. Короче, что-то нехорошее, наверное. Ну, не совсем. Давай, давай, подходи ко мне. Ой, не сдох. О, класс. О, курочка, 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 курочка. О, лук и стрелы. Хоть что-то. Да, курочка. Да блин, ты чё, лук ещё? Чё, стрелы нашёл? Да. У меня стрелы закончились. А ё-моё, пинг. Вот ты скотина, вот. О. Курица убежала. Ты где, в шахте, что ли? Да, я в шахту. И где залез? Ты? И все ищешь. А, это, походу, все в шахте находится, я так понял, да? Вот это я. Что там еще нашел? Рюкзак нашел. Ну и два алмаза. Личность. А, только сегодня улучшенный взрыв жил. Что-то за свиток странно. Почему же у меня все говно? Да как ты так прыгал? Ну вот, первая смерть. Ха, лох. Да. Я тебе уже не напишу полчара. Пипец, пипец, столько левела просрать. Половину просрал. Давай, давай, давай. Ну взорвись. Ну взорвись, давай, давай. Ты же хочешь. Мирас, уже утро? Ну, взорвался. Уже утро. Я не знаю, я в шахте ровно. Я должен тебя спрашивать, ты же сдох. Я сдох, но я что-то не обратил на это внимание. Блин, тут столько этих ромов. Тут столько мусора, ё-моё мне. Тут столько моих могил. Пошёл поп. Все, я буду Рома этот. Через стену бить. Буду опыт фармить, буду опыт фармить, да. Время фармить. Время фармить опыт. Время просто фармить. Здрасте. Ой, а вы кто? Я про вас забыл. О, а кто это прошел? Так, первый встречный. Рома, что ты придешь на помощь? Пока ты на помощь ко мне придешь? Меня там отправили уголь. Я устал убить просто. Давай кидывать опять. Говорили, что дядя его заберет, не, я его не заберу. Спасибо. А, они собаки убили его и опыт не дали. Ладно. О, а, ребята, создается какая-то. Как мне вас бить? Там еще и дракон слева от меня. А, подожди, у меня же лук есть. Блин. Все мозги. Ты опять мозги собрался жрать? Я причина всех моих проблем. Дайте железный меч, пожалуйста, пусть он выпадет. Что в попу, карлик?
главное, комплекты одежды выпадают, а вот... Ай. Пошел в попу, карлик. Пошел в попу. Волшебная палочка, но у меня нет книги. Пустой слот. Ладно, побегу, а ночью буду мобов бить. Хорошо. Сейчас деревянный меч создам, потом буду деревянную кирку создавать, класс. Да-да, но сначала прокачать надо, чтобы создавать деревянную кирку. Эх, я уже могу. Сирена, ребят, можно без сирен, пожалуйста, я не хочу. Нет. Твоя такая сутулая. Нати. Блин, я не могу прицелиться. Да ё-моё, опять что-то. А, она тут одна, фу. Славьте господи, что она тут одна. Все, я вас буду бить жестко. Вижу тебя, как матч. Вам хана. Значит, как будто мазохист какой-то. Ага. Теперь я буду бить гораздо быстрее вас. Все, Рама, я теперь буду бить свой спаун гораздо быстрее. Ну ладно. Сколько здесь спавнеров? Карлик такой, не понял, и по ноготе. На. Да он через забор меня как-то бьет, ё-моё. Так, а я нашел книжонца, и я и забираю. Подмастерье, испорченная книга, что-то еще. Еще свиточки. Испорченная книга. Блин, реально интересные полочки, я возьму с собой все. Ладно. Время ломать до доски. Время грифелить. Добывать. Да. Ой, время грифелить. А что за алтарь? А его надо заломать. Я буду. Вместилище. Фух, устал я. Такой, знаешь, проработал, перетаскал 10 угольных шахт. Такой, я устал. Че, тебе нужна книга заклинаний, Ром? А че на ней написано? Я хотя реально устал. Ну, у меня вот есть фолиант арканы, улучшает любой подмастерье жезл с достаточной прогрессии до уровня продвинутой. Потом что еще есть? Испорченная книга заклинанием есть. Ядовитая бомба, черный лотос. Что там еще? Конфеты есть, которые может всякие эффекты прикольные давать. Железный слиток. Железный слиток есть. Да ты хоть по путешествию, я покорю. Так вот. О. Да мне надо качаться, подкупи я. О, свиток созвездия какой-то. Что за свиток? А, Дима, знаешь песню? Я его забыл. Ой, всегда ты, готов. Только нуб не знает эту песню. А это? Как там? Группа Ебанико, знаешь, Дима? Ну да. Конечно. Так, потом прокачаешь еще, надо, потом можешь здесь. Блин, обидно было то, что когда это зомби сгорает, не всегда опыт падает, если ты по ним не бил никак. А, Дима, каменный меч нужен? А ты можешь мне его предоставить? Да, могу тебе два партии. А, стоп, мне не надо. Две партии мечей. Мне не надо. Мне... Что? Мне выпал меч из GG Skill. То есть это тот для навыков, который усиливает. Ну, который не усиливает, а который добавляет разные навыки, типа там лиственный, дровосек. Ой, вот. А я моя. Типа мне из зомби выпал меч, который связан с этим модом. Ой, это хорошо, наверное. Ну да, он 6 урона наносит. Я его, кстати, тварин. Мать, где я? Блин. А я
пирамиде. Наконец-то я прокачал первый навык. Какой? Крафтить что-нибудь. Да. О, можно потратить... У меня 2000 опыта. Можно потратить что-нибудь, какой-то навык купить. А где это искать? А тебе надо настроить, короче, зайти в Escape, настройки, управление, пролистать вниз, и там будет такой навык GG Skill. Там GG есть такое... Да. А, Б... Железо. Только так я вообще... О, да, железо, дико. Ё-моё, опять интернет. Можно ты не будешь никуда улетать? Какая стадия у этого дракончика? Я ему почти половину хп снес. Я нашел золотую жилу, точнее, железную. Молодец. Бля. Да ёшкин интернет. Окей, Google, как убить дракона за 5 минут? Умереть. Рома, почему у меня теперь так интернет лагает? Да блин, опять интернет, у меня... Дракон, убей Рому побыстрее. Это на него опять лагает. А ё-моё. Идишки нужны. О, золото. Всё, я ему половину хп снес, осталось ещё половину. Золото. Да ёшки. Блин, а кровать-то тоже нельзя создать. Да, я может найти, а я. А я достаточно кровати. А у меня есть кровать в шахте. Аж две их. Поздравляю. Сколько там хп у меня еще осталось? Ну я подхожу к нему, он такой разворачивается, целит в меня. И у него одно хп было, кстати. Он просто понимал, что пора отправляться в последний путь. О, опыт тоже можно получить за уголь. Три, две. Еще чуть-чуть и прямо в рай. В рай. Давай. Дальше не помню что-то. О, да. Драконоборец. Драконоборец. Все, стал Давакину теперь. Да. Это было тяжко. Опять я первый дракон. Давакин. Не, сначала все навыки прокачаю крафт, а потом буду дракона убивать. Блин. Еще мне на дракона рано лезть. Это все что ли? Так, сколько там? Я застрял. 12 уровней. Да, уровня, блин, да? Опять ловушка. А, подожди, у... А, есть. У него есть. Димона нету. Нету. Короче, Рома, ты находил зеленую эту башню? Ну, то есть зеленая фигня луч. Да, кстати, вот. Не находил. Я где-то в творческом режиме его нашел. Короче, зеленый луч. Да. Если увидишь, там есть такие предметы классные, есть какая-то меч какой-то есть, лопата, зачарованный, лук зачарованный, с хпш какой-то. А, кстати, метки удалились. Надо его найти. Ну, не удалились, новая карта. Блин. Новая карта, да. Ага. С ней метки не должны удалиться, надеюсь. Они удалились. Да, почему я не могу? Даже у меня их нет. А почему я... А, тут этот, Рома, фигня какая-то. Тут вместо Г, короче, фигня какая-то влазит. Карта, что ли, что-то. Ну, ты не ту кнопку жмешь. А, не, а нет. Эх, нет, я Г нажимаю. Жители жрать, тварь.
Блин, у меня Г. Я Г нажимаю, у меня ничего не происходит. Я даже не могу ТП-шнуться к своей смерти. Сочувствую. Это функцию убрали, получается, или что, я не понял? Это несправедливо? Так ты еще вещи не умирал. Ты же еще не умирал. Не, почему я Г нажимаю, ничего не уходит? Там не добавить так другую кнопку, точку, ничего. Другую. Джей, что ли? Джи? Любую, жми, там рано или поздно выскочи. Не, у меня вот Джей нажимаю, у меня, короче, просто карта выходит, все на этом. Ну, у тебя вышла карта, и там ромбик есть. Под названием метка. Снизу, первый самый. А, метки. Получается так. Эх ты, его даже нету. Меток нету. Да, нету, это новая карта. Блин, тут мой фарм потерялся, фарм. Тут нет, тут ты фарм, просто найди. Фарм. Ты там поблизости что должен быть. И а где Димон, где Димон был, я там вроде сохранялся, надо найти. У Димона тоже автофарм был на улице, а у меня в шахте. Да. Как же долго я убиваю. Да такие. Даешь. Ну ты даешь. О, тебе вернулось 391.